أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мы продолжаем наш курс истории ислама в России или истории татарского богословия. Тема четвертая. Ислам в Золотой Орде и Казанском ханстве. Но для того, чтобы разобраться в этой теме, нам необходимо изучить несколько вопросов. То есть мусульмане в эпоху Золотой Орды и Казанского ханства, и структура духовенства, третье – образование в Золотой Орде и Казанском ханстве. Из литературы мы должны с вами сразу определиться, да, то есть, ну, это опять-таки Ланда, история ислама в России, Мухаммедшин, ислам татары в 20 веке, здесь есть часть, которая дает о Золотой Орде и так далее. Золотая Орда, ну, государство, которое образовалось в ходе монгольских завоевательных походов, да, то есть на территории Среднего Нижнего Поволжья, Северного Казахстана, Северного Причерноморья, Северного Кавказа и так далее. Но монголы изначально были язычниками, и надо сказать, что они не стали запрещать остальные религии. Они, наоборот, ко всем отнеслись достаточно толерантно, вплоть до того, что Русская Православная Церковь была освобождена от налогов. Религиозная структура в Золотой Орде практически не изменилась, она осталась прежней, однако не было центральной фигуры, которая бы объединяла, как и мир, всех, все духовенство. Имамы в эпоху Золотой Орды практически не подчиняются высшему духовенству, и в авторитет можно подкрепиться только его знаниями. Поэтому поднимается система образования, система суфийских братств, и вот суфийские братства, они становятся, ну, таким центром, скажем так, передачи знаний. Причем они передавали знания не через обучение только каким-то определенным книгам, а именно через практику. То есть люди должны были самовоспитываться. В период распада Золотой Орды образовываются новые государства. Их несколько было. Это Казанское ханство, но во главе которых тоже становятся чингизиды, которые управляли государством. Их борьба стала, по сути, ну, таким междоусобным конфликтом, который привел в итоге к распаду и к тому, что эти ханства были завоеваны. Ну, возвращаясь к духовенству, во главе духовенства уже в Казанском ханстве становится Саид, это потомок пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, которому подчиняются муфтии, хадии, шейхи, ну и, соответственно, имамы. Да? То есть муфтии, хадии и шейхи, они имели менее значимую, скажем так, должность, нежели потом уже в эпоху российского государства. Саид в Казанском ханстве является потомком пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. Самым известным саидом, предводителем суфийского братства в Казанском ханстве, был известный имам Кул-Шариф, который погиб при защите Казани и мадресе и мечети. Об этом мы поговорим позже. Муфтии в Казанском ханстве – это были представители мусульманского духовенства, которые помогали саидам и принимали решения по серьезным религиозным вопросам. По сути, они выдавали фетвы, которым потом мусульманское духовенство активно пользовалось. К сожалению, имен муфтиев нам неизвестно, мы только знаем, что они были. Хади в Казанском ханстве тоже были представителями мусульманского духовенства, в какой-то мере это тоже были люди, которые следили за соблюдением норм шариата на территории этого государства.
выносили судебные решения, выносили, помогали муфтиям в определении фетв. То есть это люди, как и в Волжской Булгарии, были больше прокурорами, нежели судьями. Но шейхи в Казанском ханстве – это практически ученые, руководители суфийских братств, мадресе и так далее. То есть в Казанском ханстве наиболее, ну, скажем так, широкое распространение получает тарикат Ясавии. Основателем тариката Ясавии был Худжа Ахмед Ясави, который написал хикмяты, которые потом в Казани издавались и были переведены на русский и другие языки. То есть вот это мавзолей Худжа Ахмеда Ясави. Тарикат Ясави — отдельная тема. Тут надо иметь в виду, что основой поклонения, помимо основных пяти столпов ислама, в тарикате еще были дополнительные поклонения в виде зикров. Так вот, у Ахмеда Ясави они исполнялись устно, и они практиковали громкий зикр, который стал как бы, ну, таким ключевым, ну, скажем, показателем вот этого тариката. Вот это, в принципе, книга «Диван Хикмет», которая была издана в Казани и пользовалась тоже большой популярностью. Кул-Шариф, он был саидом, шейхом и руководителем мусульман в Казанском ханстве. Был предводителем тариката Ясави в Казанском ханстве. Был также руководителем крупного мадресе при мечети, которая находилась на территории Казанского ханства и Казани. И вместе со своими шакирдами он погибает при защите мечети города Казани. Ну, по поводу саидов, да, то есть надо сказать, что в Казани существовала целая слобода, которая называлась Курайшева слобода, где жили потомки пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. Эта слобода находится между Булаком и улицей, ну, то есть Московская — это как бы центральная улица, и между улицей Тукая. Из мечети на этой территории у нас располагается мечеть Нурула и мечеть Султановская. Вот это примерно, да, территория вот этой Курайшевой слободы. Но сегодня там есть небольшой парк, где уже в 19 веке, в начале 20 века располагался сенной базар, куда привозили сено со всех уголков Казанской губернии. Так вот, это место было не просто торговым местом, на этом месте когда-то располагалось мусульманское кладбище Курайшевой слободы. К сожалению, оно практически было забыто. Оно было забыто еще после завоевания Казани, потому что практически мусульмане на этой территории перестали жить. Они на эту территорию начинают, то есть эту территорию начинают заселять только в 18 веке, когда уже, в принципе, не сохранилось никаких следов от кладбища. Но археологические раскопки нашли захоронение, люди были перезахоронены, и сегодня это вот как бы, ну, парк отдыха. О суфизме говорить можно тоже много. В первую очередь, суфизм – это такая практика, которая направлена на самовоспитание мусульман. В принципе, она не отделяется от шариата, она не противоречит исламу и стремится для того усовершенствовать нрав мусульман путем введения дополнительных практик. Прежде всего, это, конечно же, зикр, то есть вспоминание
имен Всевышнего Аллаха. Ну, почитание, понятно, могил людей, которые... Это почитание, не поклонение, тоже надо иметь в виду, потому что сегодняшнее время, к сожалению, считается, что, ну, некоторыми людьми, что там идет поклонение. На самом деле там есть почитание. Собственно, правила формируются уже в такой системе, как тарикат, который передает знания от шейха своим мюридам, да, то есть муршид передает свои знания мюридам. И не каждый шейх получает на это право, ну, то есть не каждый может получить право передачи знаний. Также в практике суфиев является то, что они почитают и, ну, источники, определенные места связаны, где люди проживали святыми. Вот в Татарстане, по крайней мере, есть такая практика, связанная с почитанием родников. И у нас очень много родников, связанных с разными шейхами, да, то есть. Но перед нами, опять-таки, Шамаиль, который говорит о том, какой, как был ислам был принят в Булгарии. Помимо этого, в этой книге «Муслими Тварихи Булгария» говорится и о том, как ислам распространялся уже и в Золотой Орде, как он существовал. Но вот опять-таки один из таких моментов, который мы здесь запечатлели, это малый мавзолей рядом с малым минаретом. Тоже строительство мавзолеев, оно тоже было связано с почитанием людей, которые имели уважение среди мусульман. Помимо этого, разного рода легенды, которые потом появляются, риваяты о разных известных исторических личностях, в том числе и легенда вот о известной царице, которая правила в Казанском ханстве, это царица Суембике. И даже минарет или башня, которая по разным оценкам является не только татарской, но и русской, но надо иметь в виду, что здесь во время археологических раскопок было обнаружено основание мечети старой ханской, поэтому, скорее всего, поэтому минарет был связан с именем башни Сюембике, потому что здесь, видимо, изначально находилась мечеть и был минарет. Ну вот казанский летопись – это единственный, наверное, документ по истории Казанского ханства, который написан после завоевания Казани. Написан на русском языке. Практически он детально рассказывает о завоевании Казани, о походе Ивана Грозного против казанцев, о защите, о доблестной защите Казани мусульманами и о том, на какие жертвы мусульмане пошли. Вот Казань примерно эпохи 18 века, и вы можете наблюдать, да, какая она была по размерам. Практически мы видим, что Казань была небольшой, и казанская, то есть татарская слобода тоже была небольшой. Но вот легенды, а также некоторые останки вот мечети, они вот сохранились, и надо отдать должное, что в Казани, например, в самой Казанской крепости было несколько мечетей, не только мечеть Кулшари, вот была мечеть Нур-Али, которая была, ну, по разным оценкам, может быть, была ханской мечетью, которая, останки которой нашли около подножия башни Сюембике, но считается, что вот эта вот церковь, она была перестроена и стоит на основе вот этой старой мечети Нур-Али. Ну и понятно почему, потому что сама архитектура вот этого здания, она явно не церковная, отличается от планировки церквей, и, скорее всего, мусульмане тоже как бы считаются, ну, считают, что это все-таки была, ну, это является здание бывшей мечети. Но к тысячелетию города Казани проводились
обширные археологические раскопки. Вот мы видим и наблюдаем на фотографии как раз-таки фрагмент, когда люди, ну, когда археологи работали по изучению материалов, которые находились на территории Казанского ханства в районе современной мечети Кул-Шариф. Ну, Кул-Шариф стоит, как известно, не совсем на том месте, на котором стояла мечеть Кул-Шариф. Здесь была территория, ну, после завоевания, это была территория Казар. А Кул-Шариф находился немножко на другой территории. Но современное вот восстановление, оно говорит о том, что Кул-Шариф является жемчужиной нашего Казанского Кремля. Это могила казанского ханов, которые были найдены в раскопках. Это вот как раз фундамент ханской мечети, который примыкает к башне Сюембике. Вот, если справа посмотреть, это вот как раз башня в Сюембике, а михрабом она как бы утыкается в эту башню. То есть это останки мечети. Также на территории Казанского ханства, Казанского Кремля найдены очень много надмогильных памятников, в том числе сюда привезли много надмогильных камней из Булгара, когда там начались археологические изыскания. И эти камни, конечно, были изучены, записаны, зафиксированы, и сегодня по ним как бы составляется очень много различных, то есть мы составляем различную информацию, потому что здесь есть титулатура, есть года, когда люди умерли, по каким причинам, то есть к какому социальному статусу они относились, по крайней мере. Ну, из источников, помимо казанского летописца, конечно же, это наш известный Шахабуддин Маржани, который стал изучать и историю Волжской Булгарии, также он коснулся и Золотой Орды, и, конечно же, не обошел вниманием Казанское ханство. И, по сути, вот один, наверное, из первых мусульманских деятелей, который начал изучать историю мечети, историю татарских слобод, историю Казани. Но это вот в таком непотребном виде, это, конечно же, книга «Муслими», «Тарихи Булгария». Еще одна книга тоже по истории татар, это «Абулгази Баядурхан», «Абулгази».